Простой рецепт, но очень вкусно. Приготовить вот такие вкусные, красивые бутерброды очень просто. Сейчас покажу. Для начала яйца нужно отварить. Затем очищаем, нарезаем на несколько частей. Затем добавляем чеснок по вкусу, зелень ассорти. Я добавляла лук, укроп и петрушку. Немного майонеза и все взбиваем блендером. Поджарьте кусочки батона любым удобным способом. Затем нанесите на него получившуюся массу из блендера. Сверху кладем лист салата, дольку огурца и дольку помидорки. Ваши бутерброды готовы. Приятного аппетита!